Выступить в роли художников энергетики предлагают школьникам в возрасте от 7 до 17 лет. Все работы распределят по трем номинациям. Приключения робота Вольтика в стране безопасного электричества. Уличные энергообъекты не место для игр, а также номинация «Энергетика будущего». Присылать рисунки можно до 15 февраля. Республиканская комиссия ХАКАС Энерго отберет 18 лучших работ. Такое же количество претендентов на победу определится и в других сибирских субъектах. Итоги межрегионального этапа конкурса подведут в марте. Без подарков не останется ни один участник состязаний. Более того, работы победителей опубликуют на профилактических плакатах МРСК Сибири. В прошлом году на наш конкурс было прислано около 200 рисунков, и в этом году мы надеемся, что будет еще больше, тем более, что за каждым рисунком стоит работа педагога, самого ребенка, возможно, родителей, и это значит, что они изучают правила электробезопасности и сумеют правильно себя вести вблизи энергообъектов, а также уберечь своих друзей, близких, младших братьев и сестренок. Узнать подробную информацию о конкурсе можно, позвонив по указанному на экране телефону или на сайте МРСК Сибири. Напомним, рисунки принимаются строго до 15 февраля, и энергетики просят юных художников поторопиться.